пошел. Взял его на плечи, улыбнулся и пошел. В этот же момент, черт их подери, люди перед ним возникли словно из земли. Стали все на его пути. Посмотрите, Олаф на мельнице воплоти. Это не успеть, все много велось. Древнее пророчество сбылось. Нет, вам, друзья, не братья умали. Не валяйте снов, должны поскорее понять вы, что я вам никакой не бог, не бог. Что за ерунда, раньше никогда я себя не чувствовал глупее, чем сейчас. Люди, ё-моё, вы сошли с ума. В чём, скажите вы, моё отличие от вас? Вышел из толпы, ведь это пророк. Братцы, перед нами без сомнения наш бог. Предлагаю всем на колени встать. Это он и должен был сказать. Привет вам, друзья и братья, умоли. Не ворайте снов, долги. Поскорей понять вы, что я вам никакой. Понять, что я вам.